Всем привет! Получил очередную бандероль с Китая. Вот такая вот маленькая бандеролька. Написано наушники. Есть такие я заказывал. Это наушники Миньон должны быть. Может, это другие какие-то наушники, потому что я еще позже заказывал еще одни наушники. Может, это уже те, которые я по... Да, так и есть. В коробочке спот. Коробочка Xiaomi. Видим, да? Так и есть. Это не те наушники, которые я заказывал. Я заказывал наушники... Вернее, это те наушники, которые я заказывал. Просто я предполагал, что это наушники, которые я заказывал до этого. Эти из последних наушников. Они пришли за 10 дней в Украину. Быстро пришли. Вот такие вот дополнительные насадки на наушник. Стоимость их, как здесь указали, 99 центов, по-моему, столько они и стоят. Сколько они стоят, столько они и работают. Ушатывается очень быстро, особенно кабель. Здесь кабели вижу немного толще, думаю, проработают подольше. О качестве звука опишусь в описании. Ну, как видим, коробочка красивая с логотипом Xiaomi засунули. О качестве звука, если звук хороший, я напишу в описании к этому видео. На этом все. Всем спасибо. Пока.